Благодарственные письма, почетные грамоты, цветы – так провожали уходящий 2020 год в Балаковском филиале АО «Апатит». Итоговое собрание с награждением передовиков было решено провести, соблюдая все меры безопасности. Зал полупустой, маски и перчатки даже на ведущем праздника. Между приглашенными дистанция минимум 1,5 метра. Но на торжественность момента это не повлияло. Отличившиеся работники принимали поздравления и благодарности и за себя, и за своих коллег. Огромное вам спасибо за ваше понимание, за ваш труд. В 2020 году мы уже как бы традиционно увеличили объемы производства. Прирост составил порядка 4,6%. Мы уже вплотную приближаемся к цифре 2,5 миллиона тонн товарной продукции. Мы не остановили ни одну инвестиционную программу. Все, что мы планировали реализовать в этом году, это модернизация существующих производств, строительство новых инфраструктурных объектов. Мы все сделали. Балаковский филиал АО «Апатит» компании «Фосагро» – это предприятие непрерывного цикла. Поэтому в сложный год пандемии завод не останавливал свою работу ни на минуту. А это значит, что сотрудникам приходилось быстро адаптироваться к новым условиям. Кто-то уходил на дистанционную работу, кто-то трудился на заводе, привыкая к новым мерам безопасности. На новый формат перешли, наладили связь и с механиками, которым нам хорошо помогают, и с нашим руководителем у нас есть связь. Поэтому я вот в этом не ощутила какие-то перемены. Для того, чтобы выполнить работы, запланированные объемы пришлось наращивать и в аварийном темпе работать. В итоге у нас появился новый актовый зал. На выходе у нас сейчас актовый зал в школе по благотворительности. Ну и много еще различных объектов, которые тоже в рамках Росстела были сделаны. Новые условия работы не изменили традицию предприятия по наращиванию объемов выпускаемой продукции. «Фосагро» уверены, за любыми достижениями стоят люди. Вячеслав Коваленок – один из них. Он главный энергетик балаковского филиала АО «Апатит». В этом году коллектив веренной ему службы отработал отлично, а сам Вячеслав Иванович удостоен звания почетный работник «Фосагро» с вручением золотого корпоративного знака. Человек, персонал является основным ключом любой профессиональной деятельности. В руках людей абсолютно все, как результаты своей работы, как результаты своего карьерного роста, так и достижения всей компании. И так же дружно, как работают, сотрудники предприятия откликнулись на призыв акции «Мы вместе», которая направлена на помощь медикам и волонтерам, тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. За это балаковский филиал АО «Апатит» был награжден медалью и грамотой за подписью президента страны. И это тоже заслуга каждого сотрудника. Новую продукцию выпустили и увеличили объемы производства, и сохранили коллектив и заработные платы. И, конечно же, огромное количество социальных проектов, к которым мы уже начинаем, как в городе, как жители, начинаем уже, наверное, привыкать и каждый год ждем. А что же в этом году компания «Фосагро» еще сделает доброе для жителей Балаковского муниципального района, для города, для села? В 2021 году компании «Фосагро» исполнится 20 лет. К юбилею сотрудники балаковского филиала АО «Апатит» уже готовят подарки, продолжение реализации инвестиционной программы, а значит развитие предприятия, а также планы по очередному увеличению объемов производства.